Вот сейчас мы туда будем подниматься. Что за пишет? Не написано, что нет, собака. А, собака. Она говорит, я хочу типа собаку, и говорит, она... Нормально, это ж по хрему. Окей. Опс. Держите, ребят. Спасибо. Ой, ништячок. Да ты что? Если бы оно грелось чуть-чуть получше. Так оно, не, оно греется и вот, так. Сядь сюда. А, так давай, так, так. А вот сюда ты мы. Забрались. Фу. Все, счастливый. Вот это инопланетная чашка. Ага. Это цирк. Здесь когда-то была Мега, которая теперь Кируин Сити. Mm-hmm. Мега это сеть торгово-развлекательных центров по Казахстану. Ага. Теперь Мега Силк Уэй, которая находится возле отеля, она является самой большой в Казахстане. Mm-hmm. Ханшатер построили году в 2012-2013. Ты видишь, все такое мощное. Да, шатер, это шатер. Блин, тебе надо экскурсоводом работать на самом деле. А что это там он светится так? Это мост. Через мост такая дуга проходит. Руслан, сядь, блин. Вау, смотри, как она там все прыгает. Там получается, вот на этот мост как раз переход через берег. Через реку, точнее. Мать, ты туда смотришь. Мы еще даже не поднялись наполовину. Посмотри. Посмотри, как красиво она выглядит. Самые высокие дома перекрыл вот этот дом, где сейчас снежинка. Ага, я понял. Мы сейчас поднимемся и увидим, получается, называется Гранд-Алатау, куда мы поедем. Блядь, мы сейчас поднимемся. Да. Мы туда пойдем. Поедем. Поедем. Тут кажется все близко. Вот эти дома, допустим, но до них идти минут 30. Ну да, по такому холоду ты что? А, это из-за холода ты идешь 30 минут, да? Нет. А вот это что, вот этот как замок? Это жилой дом. Не, вон прямо, это жилой дом. Который с пикой такой, да. Да, это жилой комплекс Триумф Астаны. Называется. Ты со своим этим шариком. А вон то, как мосты, да, через... Да, это мосты. Дуги, мосты, это все это оно. Этим зданием мы сейчас дальше поднимемся, вот эти высотки, mm-hmm. где телек. Это Казмедиа, Казмедиа-центр. Дальше тоже вот эти высотки, это жилые дома. Плюс еще Казахстан Теміржол. Это железнодорожный дом. Смотри, а он не останавливается, он так и идет. Нет, где высота максимум? А, где, мы еще не видишь, мы еще. Мы когда, еще на середине. Когда вот эта палка будет вот так между нами. А, блин. Ой, да. А, да, вот это вот палочка. Эй, слушай, ну, когда мы поднимемся наверх, щелкай очень быстро. Да хорошо, что глаза закрою. А то у меня уже там жим-жим начинается. Серьезно? Она опускается. Нет, она не опускается. Не опускается, вон я вижу, блядь, она наверх идет. Опускается, блин, если бы она опускалась, я бы все уже чувствовал. Вон лоточек нашли. Йоу. Да, 1200 рублей для всплеска адреналина. Да что тут страшного, да, перестань. Из-за меня памперса. Я себе представляю, что будет, если ты с тарзанки прыгнешь. Они прыгнут. Не прыгнут. А прикольно, красиво. Да ты что, посмотри именно, как она в телефоне красивая. Да, Макс, посмотри. А? Да. Мы все-таки выше этого здания не поднимемся. Нет? Ну и слава богу. А, все, уже. Ничего. Уже налево идем. Тоже хорошо. Так, отсюда сейчас четко видно левый берег. По идее. А левый берег чего? Тут же речки нету. Речка есть. Вот есть? Мосты. Сказали, здесь речка. Хитра, что там речка течет. Байтерек, сейчас видно золотой купол немножко. Где? Этот? А, где золотой купол? Вот красная крыша, видите? Да, китайская. Да. Вот да, чуть да, левее да. него, это Байтерек. Ага. Между двумя башенками находится красная крыша. Это Пекин Палас, это отель с рестораном. Один из таких топовых. Крутых, да. Да, потом между, точнее справа и слева от него, это отель Ритц-Карлтон. Который, по-моему, еще не открылся. Только-только достраивается. Обалдеть. Честно, встал тупо для адреналина. Город растет в ту сторону. Прям дико в ту сторону растет. Поэтому и отели, и всякая-всякая фигня открывается в той сторону. А сколько сейчас населения в Астане? А, не могу сказать. Ну, 1,2 миллиона есть, да, точно? Информация, Руслан. А то, что захочешь переехать. Кстати, бараки и там... Да ты что, с удовольствием. Подобного рода здания, оказывается, прикольно, серьезно. Красивый вам. Все переливается. Полегче, блин, я тебя говорю. Я чуть не упал вниз, представляешь. Блин, обнадёжен. У тебя страховка сделана, нормально. Ну, так если я это вот упаду, она мне не понадобится. Хватит, блин. Сначала такой Максим, потом вдвоем. Вай, с этой стороны красиво. Да везде прикольно, да? Блядь, я надеюсь, что мой один раз поджёг.
кепка не загорелась там. Ты можешь сесть уже, можно не съесть. Я понял, я смотрю, не трогай меня. Твоя жопа прямо на мне. Она не на тебе, она перед тобой, наслаждайся. Моего копчика. Видон какой, ну еще раз. А, вон с этой стороны. Вот эта крыша золотистая, видите? Это, короче, основного пера. Наверное, проезжали, видели там конюшки и статуи всякие. Да, да, да. Только мы ехали пятером в одной машине, и особо я ничего точно не видел. Ну, конечно, когда твой локоть, блядь, у меня в ребре, блядь, Женя, слышишь, у меня там где-то в шее. Конечно, было супер ехать. Я хорошо проехал. Ну, конечно, хорошо поехал. Надо бы тебя в следующий раз сзади вместе с Оливом засунуть. Да.